Выбирают канцелярские принадлежности и рюкзаки. В преддверии нового учебного года во всех секторах столицы работают школьные ярмарки. Так как до 1 сентября остались считанные дни, родители спешат приобрести все необходимое для детей. От одежды до школьных принадлежностей. Продавцы довольны большим наплывом клиентов, а вот покупатели жалуются на высокие цены. Avem de 10 lei, avem de 30 lei пенали. На ярмарке представлен широкий выбор необходимых товаров. Однако родители жалуются, что цены в этом году выше, чем в предыдущем. Чрезвычайно дорого, честно. На двоих детей 10 тысяч леев. Это один в первом классе, другой во втором. Это дорого, но делать нечего. Нужно покупать. С этой эпидемией и когда не всегда есть работа, сильно бьет по карману семьи с двумя детьми. În jur de 4-5.000 de lei. Ca să cumperi toate necesarele, începând de la cărți, caiete, rechizite, creioane, tot ce este necesar, chiar este o listă destul de mărăcică. Ai nevoie de 3-4-5. Нужны несколько рубашек с длинными и короткими рукавами. Платьица на смену, юбки, обувь, рюкзак. Бюджет получается довольно большим. Я не считала, но думаю, около 3000. Только пара обуви стоит 600 леев. Несмотря на цены, продавцы говорят, торговля в этот период идет очень хорошо. Студентка третьего курса факультета права Эммануэла Каблянски решила подзаработать, продавая школьные принадлежности. Очень востребованы до сих пор, с 10 утра продала довольно много. И другие продавцы рады, что от покупателей отбоя нет. Это детские, от 250 леев. Брюки от 350 до 450 леев. Мы довольны продажами. Спортивные костюмы очень востребованы. Юбки, пиджаки, школьная форма хорошо идет. Ярмарки будут открыты до 5 сентября включительно.